Хочу поздравить всех участников, поблагодарить, что сегодня уделили нам время. Ну и вперед к победе. Всего хорошего. Спасибо. С напутствий и пожеланий начался спортивный фестиваль танцев на инвалидных колясках. Он проводится уже третий год. 9 участников самого разного возраста сегодня представляют на суд зрителей свои зажигательные и яркие номера. Айжан Джакулаева занимается спортивными бальными танцами уже больше года и достигла на этом поприще немалых успехов. Девушка уже занимала первые и вторые места на республиканских и городских чемпионатах. «Мне очень нравится заниматься танцами, потому что тут я могу реализовать свою энергию. Также я часто участвую в конкурсах и чемпионатах». Поднять уровень спортивных танцев на колясках, найти помещение и дать возможность творческим ребятам проявить себя – главная цель организаторов. У нас спортивные школы не имеют помещений, не имеют инвентаря. То есть у нас в области вообще очень слабо развито вот это направление вида, паралимпийского вида спорта. На фестивале зрителям были представлены сольные и парные номера. Настоящий восторг вызвал чувственный вальс в исполнении пары участников. Молодежная редакция телекомпании ОТРАР надеется, что в городе все же найдется помещение для этих неординарных ребят, и им будет где развивать свои танцевальные способности.